Житель Дагестана выращивал коноплю в своем шкафу. В доме у 46-летнего жителя села Чапаева Новолакского района обнаружили 60 кустов культивированной конопли, посаженные в пластиковые бутылки, которые хранились в специально оборудованном шкафу. Ранее у полицейских была информация, что мужчина занимается сбытом марихуаны. В итоге его поймали с поличным. Подозреваемого доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.